Всем привет! Это канал Железные кони Латгалии. И сегодня мы раскидываем удобрения по озимам, чтобы они лучше росли, развивались. Вот такая вот инрушка. Вот. Тоже уже все на компьютере. Мы одно поле уже посыпали. Джон у нас уже как Франкенштейн. Навешали на него много уже электроники. Ну, это его родной переключение передач. Это у нас уже фронтальник. И это у нас уже относится вот к этому навигатору. Установили еще ему навигатор. Ой, как видите, вот это зеленое, это уже поле обработанное по навигации. Вот. Посыпать с ней очень удобно. Не то, что с советскими было. Ну что, едем работать. Опять же, все по навигации. Только тут рулить самому надо. Сыпет. Так, вот. Такой у нас импровизированный технологический след. Засядем, не засядем, должен проскочить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как ему туго. Буксуем, буксуем. Вот, и что мне нравится с этой инрушкой? Не надо ничего выключать. Ее поставил в авторежим, объезжаешь круг. Вот сейчас я, например, въеду, где уже посыпано, и она выключится сама. Все, вот красненьким загорелась, она выключилась. Оп, сейчас вот красненьким горит. Оп, выезжаем. Чик. И она опять включилась. Просто езжи, езжи. Круг проехал. И потом просто по технологическим следам. Можно наблюдать за весом, сколько осталось, сколько она сыпет на гектар. Вот так. С такой инрушкой приятно работать, чем бегать, как советские были, рычаги дергать, удобрения по сторонам. Не знаешь, сколько ты на гектар насыпал, где-то больше, где-то меньше. Здесь она по навигатору регулирует полностью скорость, считывает. Поедешь быстрее, она больше добавит, медленнее поедешь, она меньше будет сыпать. Как бы я проверял по гектарам, и сколько она высыпает, полностью сходится. Сейчас у нас выставлено 200 килограмм на гектар. Трясет, конечно, есть новое поле. Сейчас мы скинем передачи ниже помедленнее, все, она будет меньше сыпать сама. Сейчас вот опять въезжаем, где у нас уже посыпано. И все, загорелась красненьким, она выключилась. Сейчас выруливаем на
новый технологический след. Вот она красненьким горит, горит, горит. Оп-оп-оп-оп, пошло включение. Все, можно добавлять скорость. Вот как-то так катаемся по полю.